28 мая 2015 года в Русской православной школе имени преподобного Серафима Саровского при храме Рождества Христова состоялся выпускной праздник подготовительного класса Малышкина школа. Торжественную часть в зале духовных бесед открыл учредитель школы и настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов, где поздравил выпускников и их родителей. Помоги вам, Господи, дорогие! И сегодня еще раз всех поздравляю! Затем выступила педагог Малышкиной школы Шарапова Татьяна Петровна. Она подвела итоги учебного года и поздравила родителей с поступлением их малышей в первый класс. Вот это вот детство и отроческий возраст – это работа родителей. Вы готовите почву к весне, к посевам. Сейчас ваша задача – вот эту почву правильно облагородить, дать все самое нужное, самое необходимое детям. И задумываться необходимо далеко, туда, на будущее. После чего для поздравления на сцену были приглашены будущие первоклассники. По окончании их выступления Татьяна Петровна поздравила своих воспитанников и сказала им напутственное слово. Дружите друг с другом, любите друг друга, берегите дружбу и находите в каждом из вас хорошие черты характера, потому что Господь каждого вложил хорошее и доброе. И живите в мире, в согласии, помогайте друг другу. И никогда не обижайте друг друга. В свою очередь дети и родители выразили слова признательности и благодарности в адрес Татьяны Петровны. Мы Татьяну Петровну помнить долгие года! За низкий поклон, за ту частицу сердца, души, которую вы вложили в наших деток. Ну, конечно, подарили нам вот это такое чудо, эти знания. Кто-то из преподавателей, таких известных российских, сказал, что задача преподавателя не научить детей, а привить им любовь к занятиям и знаниям. Вот вы с успехом это выполнили. Спасибо вам огромное, защиты вам Божьей в вашем труде. Огромное вам спасибо от всех нас. Мы вам спасибо. Поклон. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо большое. После торжественного мероприятия в нижнем пределе храма был совершен благодарственный молебен при участии протоиерея Дмитрия Щербенко. Выпускники вместе с учителем и родителями преподнесли букеты цветов Господу нашему Иисусу Христу и Пресвятой Богородице Марии в благодарность за помощь в учении, покровительство и молитвенное ходатайство во всем полезном для души. После молебна дети отправили Господу голубиную почту. В небо взмыли 20 бумажных голубей, записанными на них детскими молитвами, прикрепленных к воздушным шарам. Завершением праздника стало шоу мыльных пузырей и веселые игры. Праздник сплотил всех нас в большую дружную семью. Слава Господу нашему и Ему благодарение за все.